Всем привет. Сейчас немножко о моей работе. Ну, он такой заказик, вот такие вот кронштейны для на столбы, которые цепляются для освещения уличного. Я их, наверное, уже переделал штук 300-400. Ну, вот 50 штук попросил заказчик меня еще сделать. Образец у меня есть, вот так вот долго он валялся, ждал своего времени, запылился. Вот, очень хорошо оставлять у себя один образец. Потом клиент звонит и такой говорит: мне еще нужно срочно, а как делать, какой угол, какие размеры, естественно, ты уже забыл. А тут хоп, достал с подвала пыльный образец. Вот, уже не раз меня выручало. Значит, очень простая технология заготовочки, уголок, на нем через кондуктор, ну, он у меня, я уже забросил, этот кондуктор доставать не буду. От плазмы выдуты два таких прямоугольных отверстия, через них продевается бандажная шина. Ну, трубки как бы нарезаны в размер все. Здесь 54, клиент просил 50, сделал 54, потому что металл оставался в отход. Отходы я не люблю, они потом вот так вот валяются, и я через них переступаю. Значит, вот быстренько симпровизировал кондуктор, он у меня был, я его где-то забросил, не знаю где он. Со струбцинок вот так вот быстренько на столе собрал угол, ну, естественно, по образцу. А вот, получается какая схема. Уголочек, я беру по автоматам, ставлю точки. А вот, она сейчас замерзнет. Вот, и убираю в сторону. Здесь пока стоят все как бы, ну, наживлены, либо прихвачены, как их назвать. А после, я когда их наживлю все, поставлю еще по две точки. Одну здесь. И одну вот здесь, вот она классно ложится, проплавляется, и получается, он держится на трех точках. Выглядит это, ну, как-то так. Вот так вот оно прикручивается к столбу, ну, бандажной лентой, да, понятно. Здесь она просовывается и делается два оборота. Вот, и имеет такой угол, на него уже сюда цепляется в светильник. Заусенку я еще уберу, потому что провод будет проходить. Вот, и покрашу это все порошком. Так, мы в покрасочной. Такая вот кучка уже. Всегда заусенки сняты. Пришлось немножко повозиться. Швы все почищены. И, собственно, обезжирены. Сейчас будем красить. Наверное, в две загрузки я сделаю. А там посмотрим. Так выглядит половина покрашенных деталей в камере уже. Вот такой вот порошочек. А вот сейчас будем поджигать, греть. Вторая половина ждет своей очереди. В общем, сложил уже все в машину. Вот так выглядит конечный результат, который поедет завтра заказчику. Вот, я сильно подмерз, на улице минус. Красил весь день сегодня. Ну, в общем, работой занимался. По результату, в принципе, ну, я в целом доволен. На 4 с плюсом. Ну, может, даже на 5. В принципе, дефектов нет. Единственное, что... Вот это вот отверстие, кондуктор мой уже подносился, они вот немножко кривоватые такие, кондуктор надо будет переделать, тот, который под плазму, вот, а в идеале, конечно, бы найти бы мне такую, либо изготовить планшон матрицу и на гидравлическом прессе вот просто вырубать такие прямоугольные отверстия. Вот я все как-то хочу и никак не соберусь чего-то придумать такое. Вот, в целом все однообразно, все одинаково, углы все одинаковые, дефектов, в принципе, я таких вот больше никаких не вижу,
краска легла хорошо, ну она в принципе ложится всегда хорошо, когда краска неплохая, поверхность подготовленная неплохо, жира здесь нет на металле, все это было обезжирено. Ну, в общем, когда хорошо готовишь, тогда хорошо получается. Пробелов как бы нет. Я уже, в принципе, более-менее научился орудовать порошковым пистолетом, потому что сразу у меня было достаточно много пробелов. Ну, имеется в виду, что краска не легла хорошим слоем. Вот. Сейчас уже вроде бы все более-менее. Так, всем спасибо, я заканчиваю. И я сегодня победил.